Дорогие друзья, добрый день. В данном видео мы рассмотрим вопрос, какие послабления в рамках валютного законодательства имеют граждане России, которые в течение длительного времени пребывают на территории другого государства. Так, граждане России, находящиеся в течение календарного года в совокупности более 183 дней на территории другого государства, могут совершать между собой валютные операции, как в наличной форме, так и на своих счетах в иностранных банках. Также граждане России, которые длительное время находятся за пределами России, могут осуществлять валютные операции с высшими учебными заведениями, находящимися в России, или с их филиалами, находящимися за рубежом, в рамках договоров об образовании, предоставлении образовательных услуг. Граждане, которые находятся длительное время за пределами Российской Федерации, также не обязаны уведомлять налоговые органы об открытии, закрытии, изменении реквизитов их счетов за рубежом. И кроме того, такие граждане не обязаны предоставлять отчет о движении средств по данным счетам.